Жительница Табасаранского района подозревается в вымогательстве 20 тысяч рублей. Девушка требовала деньги взамен обнаженных фотографий своей однокурсницы. С заявлением в полицию обратился 45-летний житель Ставропольского края. Мужчина пояснил, что шантажируемая девушка является однокурсницей его дочери и некоторое время проживала в их доме. Там я услышала, что эта девочка, она обратно, говорит про меня плохие слова, то, что нету, то, что есть, говорит всякие слова. И я таким образом просто взяла и выставила этого человека фотографии. От моего стороны никаких угроз, никаких шантаж, ничего не было, мне от них ничего не нужно было. Я просто хотела свои деньги получить.